Сейчас закончилась аттестация, проверка оборудования. Сейчас оно возвращается в рабочее состояние, все устанавливается на места, отлаживается, проверяется. После этого мы проведем внутреннюю аттестацию, и после этого приступим к работе в лаборатории, вернее, продолжим испытания. Испытания будут продолжены уже в начале следующей недели. В то же время, вот сейчас 3 дня мы посвятили сотрудники с коллегами и с работниками совместно Solar Group работе, отработке и отладке сайта, его структуры, функционалу. Работа проделана достаточно большая. Лейла, вот Solar Group, занималась очень серьезно. 3 дня у нас вместе с Сударевым занимались и формировали скелет. Материалы, ставили задачи по подготовке, формированию материалов и так далее. Я надеюсь, что если ребята, программисты, справятся с этой задачей, то в понедельник пополненная версия, обновленная версия сайта появится. Если не в понедельник, то надеюсь, в начале недели. Надеюсь. Хотелось бы, чтобы они с этой задачей справились. Я не утверждаю, что это будет так. И этот сайт будет представлен на ваш суд, уважаемые коллеги. И хотелось бы, чтобы вы высказались по поводу его оформления, наполнения, высказали свои предложения, замечания. Замечания котируются больше, потому что любая критика, она конструктивна. Вот. И позволяет, как правило, исправить то, что глаз не заметил. Наш глаз замыливается, что-то можем не заметить. Значит, завтра у нас планируют приехать представители средств массовой информации, поработать немножко, сформировать некий материал, возможно, будет очередная публикация. Если публикация такая выйдет, ну, естественно, мы вас проинформируем.